сладко, где слова очевидят события на лысой горе. Я могу предвидеть, но не могу предсказать. Но если ты вдруг увидишь мои глаза в своем окне, знай, я пришел помешать тебе спать. Ведь это мое поколение молчит по углам. Мое поколение лежит смерть. Мое поколение чувствует боль, но снова ставит тебя под плеть. Мое поколение смотрит вниз. Мое поколение боится дня. Мое поколение пестует ночь, а по утрам ест себя. Сине-зеленый день встал, где прошла гроза. Какой изумительный праздник, но днем явно не хватает нас. Тебе так трудно решиться, ты привык взвешивать против, взвешивать за. Пойми, я даю тебе шанс быть живым. Мое ремесло — это дерзость, но это в крови. Я умею читать в облаках имена тех, кто способен летать. Если ты когда-нибудь почувствуешь пульс великой любви, знай, я пришел помочь тебе встать. Мое поколение молчит по углам. Мое поколение не смеет петь. Мое поколение чувствует боль, но снова ставит себя под плеть. Мое поколение смотрит вниз. Мое поколение боится дня. Мое поколение тестует ночь, а по утрам я себя. Что ты забыл на Эльфе? Что ты там не был никогда, что ли? Что-то Эльфа не видел. Там Малин будет, он обещал 20 билетов к концу. На Цой? Подарочки он тебе делает, не чтобы портвейна купить. Ну, билеты на Цой. Ненормальные. Держи голову прям. Так.
Ладно, привет. Ну, давай, пока. Передай, что я скоро буду. Никогда в жизни. Да ладно, что-нибудь придумай. Вон тузика над своим отправим, пусть пишет. Привет, Майк. Где Майк? Быстро раскипаем. Сейчас там всех снимет, а нас нет. Там ничего, только уже вечер. Ага, сейчас. Пеняк, да. Поищи еще сначала, найди. Ну, конечно, ребята, большие лесков запрянуло от этих ханны. Тихо, мужики, кто это там? А, отбой, да я его знаю. Кто такой? Фокус поправь, это же Майк. А что он тут делает? А жили мы здесь. Сосед. Зашел, да сейчас все ништяк. Популярная ленинградская группа «Зоопарк». Вы все знаете и любите этих ребят. Итак, пристегните ремни. Майк, мы ждем тебя. Фонограмма. Майк, где ты? Прорвайся. Я обычный парень, не лишен простоты. Я такой же, как он, я такой же, как ты. Я не вижу смысла говорить со мной. Это точно то же самое, что говорить с тобой. Я такой, как все. У меня есть жена, и она мила. Она знает все гораздо лучше, чем я. Она прячет деньги в такие места, где я не могу найти никогда. Она ненавидит моих друзей за то, что они приносят торты, когда я делаю что-то не то. Это все, что называется.
Я еду в Мальпаде. У меня есть друг, у него на стене повешен круг, в круге нарисован мой портрет. Мой друг заряжает духовой пистолет, он стреляет в этот круг. Этот круг мишень, он стреляет в него каждый божий день. Я рад удружить ему, у меня миллион друзей. Я болею за «Зенит». «Зенит» — чемпион, я вижу, что следует бегущим бейки. На большой жестной круге. Ну, дальше я слышал, что все выйдет не так, и чемпион. Если я знаю об этом, то нам поверьте. По субботам я хожу в Ростов. В Ростове так много хороших групп. Я гордо скажу, билетом в руке, а мне поют песни на родном языке. Я люблю аквариум. Я люблю зоопарк. Я люблю секрет. Я люблю странные игры. Я люблю кино. Я не люблю землян. Я люблю мою любительскую игру. Вот вы, может быть, мне объясните. Я не хочу вас оскорбить. Нет, вы поняли, что я понимаю, очень хорошо к вам отношусь, положительно совершенно. Но вот это меня как-то... Ну, я не понимаю этого. Понимаете, я понимаю и во многом с вами согласен. Хотя, в принципе, я прекрасно понимаю, что вы говорите, и мне нравится. Я приняла ваш ответ. Ну, все-таки, вот стоит товарищ, я не знаю, как его зовут, но у него из-под пятницы суббота видна, и как-то очень неаккуратно. Вот с вами я согласна, а вот сегодня-то нет. Вы все-таки эталон. С другой стороны. Актеры должны нести нам искусство. Нет, понимаете, он не, в полном смысле он не совсем слова. Актер, он музыкант. Музыкант – это еще более почетная ответственность. Thank you.
это забавляет. Вот вы женились. Абсолютная случайность. Зачем вам это нужно? Мне надоело все, что... Мне нужна правда и только правда. Надоели эти шоколадки с экрана. Нужна только правда. И вообще все эти случайности, которые связывают вас, нас и вообще всех в одну какие-то тусовки. Даже тех двух, которые дерутся непонятно зачем. Хотя они собираются идти на попс. Нет, зачем мне? Я устал. На самом деле все эти случайности и случайности. Когда у тебя будет Сонька, поймешь, что все случайности совершенно случайно. А время идет. Черно. Бабушка приближается к вашему дому. Все вторично, третично, все передирают вторичные, третичные явления. Зачем они нужны? Все это попс, попс. Три раза, четыре раза передрать одни и те же сливки. А зачем им нужен этот попс? Третье, четвертое, не пятое, шестое. Почти все делают. Вот ребята сидят совершенно спокойно, там играют. Ребята кочумают. Ребята просто кочумают для себя. А что первично? Первично. Ну, первичное явление, они, по крайней мере, более нормальные. Ну, слушай, первично, ты слышишь. На самом деле, я устал, случайно... ничего не хочу, да, хочу в Москву принять ванну, я неделю не мылся. И вот черная бабушка вошла в открытую дверь и говорит девочке: «Отдай мое сердце!» А человек просто стоит абсолютно спокойно, абсолютно. Ну, абсолютно спокойно, понял? То есть абсолютно. Здорово, Костя! Дай прикурить. Вот, Рута, она тебя хочет. Нет, я тут. Отказал. Да. Вы сегодня играете? Нет. Отцой? Отцой, откуда я знаю? Сходи к нему на точку. Так, это сумочка, сумочка. Что в сумочке? Здесь денежки. Денежки в сумочке. А ну, куда понес? 15 рубликов, а тут пятерочку мне пришлось. Денежку отдай. Ну, дай. Ну, ладно, бери. Ну, что ты дергаешь? Что ты дергаешь? Мы скоро будем жить при коммунизме. Отдай мне деньги, они тебе не нужны. Вообрази, ну, твои деньги. Сейчас, слышь, к нам придет. Убери руки, Алла, сейчас продадим на Невском. Надо только груди, побольше нужно груди. Ну, ладно, ну, свитер нормально. Испортил свитер. Бабушка нагрузилась. Я Господи, из какого подвала повылазить? Так, ребята, горячо, Цой. А мы попроси у него. Ну, ладно, все, проси. Давно ждет. А ты ничего. Видишь, пиши нас на попс, а? Бегу. А? Бедлы, рано пришли. Через Густ. Час приходи. Пойдем, пойдем. Егорова, семейное счастье – это тонкая-тонкая вещь. Надо подавлять свои прихоти ради общего дела. А то что получается? Сегодня ты не захочешь уступить, завтра он. А что, послезавтра развод. Ой, какая фенечка, фенечка замечательная, ну, да, какая. Вот. Да, да, и руки грязные, да, это тайна, тайна, нельзя все. Ну, отпусти, я тебе говорю, отпусти. Ну, отпусти, я тебе говорю, это все, это не для тебя. Валера, Валер, помоги Руде. Он же зарастает на собаке. Ну, что прокалывает. Ну, как? Павло, иди сюда. Давай, погреться. Пойдем, пойдем, действительно. Пойдем. Там тепло, как в апельсине. Куда погреемся-то? Давай, расходитесь, все. Концерта не будет. Я не понял. По какому праву? Как вам не стыдно? Советская молодежь вам этого не простит. Вы срываете культурные мероприятия, вы уклоняетесь от своих обязанностей. Это произвол. Цой, ребят, Цой. Где Цой? Это тоже произвол. Витя! Слушай, ну что, мы зря потусовали, что ли? Ты достал меня, Костя. Слушай, я прошу тебя. Ты достал. Я достаю 74 года. Вот, блин, опять обломили, ребят. Да. Густав, Витя. Ну вы что, ну как теперь? Ну, не очень, что ли, пойдем. А, ребят. Водила. Может, водила. Водила, дал зажигалку. Дал. Ребята, в котельную приходите ко мне после 10. Поиграем. Да, только оденьтесь поприличнее. Густав, покажи-ка им. Ну, девчонки-то на троечку. Нет, где котельная? На Петроград. Пойдем, там наш клуб, где наш театр. Там и займемся нашими спокойными делами. Ну что, Руд, прокинули вас ваши красавчики нейромантики? Да-да-да, пойдем, пойдем. Там пересидим пока. Чеку добьем. Нечего. Эй, Мосин, что ты там застрял? Пошли. Thank you.
Цой. Дальше действовать будем мы.
А что? И я, и я. И тут все и начнется. Что наша история подошла к концу. Нет, она только начинается.